Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с семьями погибших участников СВО. Близкие родственники бойцов задали главе региона волнующие их вопросы, в том числе о создании аллеи героев и благоустройстве места захоронения. Мама Героя России Эдуарда Дьяконова подарила Игорю Кобзеву и Музею истории Иркутска почтовую марку с изображением сына. Такие штемпели выпустили в нашей стране в преддверии Дня Героев Отечества. Мы договорились, все-таки делаем типовой проект аллеи героев на местах захоронения, там, где эта возможность есть. На вторая аллея героев уже в местах общественного пространства. И это типовые проекты сделаем для того, чтобы муниципалитеты для себя взяли к руководству и дальше формировали свою позицию по этому вопросу. Директор Музея истории Иркутска призвал собравшихся и дальше делиться личными вещами военнослужащих и историями из их жизни. В учреждении действует постоянная экспозиция «Своих не бросаем».